Приветствую всех на канале «Мы в Германии». Сегодня решила поделиться с вами очень быстрым, простым, вкусным и замечательным рецептом яркой летней закуски из баклажанов. Итак, начинаем готовить. Для начала баклажаны нарезаем слайсами. Нужно нарезать не очень тонкими слайсами, но не очень толстыми, среднего размера, чтобы они очень быстро пропеклись. Духовку в это время уже можно поставить разогреваться на 200 градусов. Баклажаны у нас будут печься около получаса. Итак, баклажаны нарезали тонкими слайсами, выкладываю их в ряд на пергаментную бумагу на противень. Сверху можно немножко присолить. Также присыпаю черный молотый перец, тертый чеснок, точнее чеснок в виде порошка, немножко оливкового масла и можете присыпать любые сухие специи, какие-то душистые травы. У меня сегодня это базилик. Отправляем в духовку на полчаса и наши баклажаны готовы. А тем временем готовим быстро начинку для нашей закуски. У меня сегодня сыр фета, можно взять абсолютно любой мягкий сливочный сыр. Используйте, который вам нравится. Немножко солю, добавляю чеснок, выдавливаю. И любую зелень, сегодня у меня это петрушка. Нарезаем ее мелко и добавляем к сыру. Все хорошенько перемешиваем. И этой начинкой начиняем наши слайсы из баклажанов. На слайс выкладываем начинку, сворачиваем в рулетик. Для украшения сегодня использую маленькие помидоры черри. Протыкаем шпажкой и закуска готова. Всем приятного аппетита! Вкусно, быстро, просто и оригинально.